Как только начался сезон земляники, я стал практиковать земляникотерапию. Вкус обалденный. О целебных свойствах этой ягоды написано много. Важно употреблять ее в свежем виде. Тогда целебные свойства проявятся в максимальном объеме. В этом сезоне земляники изобилие. Она крупная, сладкая, сочная. А это общий вид стола, за которым я завтракал. Или поляны, на которой я завтракал. Облака сегодня были восхитительные, крупные, легкие, и каждая имела свой характер. Вообще, облака за городом – это отдельная тема. Когда я отрывал взгляд от земляничного стола, то видел это –